Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре новый свежий майнер. Называется Tron Miner. Где нам при регистрации дается бонус 10 3x. И ежедневно 8.24% ежедневно. Работает он один день. На самом старте можно, естественно, подзаработать. Это калькулятор. Можно рассчитать прибыль. Например, если 10 3x. Такой вот мы будем получать столько. Если 100, естественно, столько. Здесь минимальный депозит от 50 монет. И вот ежедневно такую прибыль будем получать. Здесь вопрос-ответ. Это все можно перевести на русский и почитать. Здесь последние депозиты, последние выплаты. Так как майнер работает один день, естественно, уже пошли выводы. Вот здесь справа внизу есть язык. Можно выбрать, кликаем на русский. И для удобства как бы можно выбрать. Ну а здесь социальные сети, Telegram. Регистрация и авторизация. Здесь наипростейшая. Вводим просто адрес кошелька, с которым будем работать. И кликаем авторизоваться. Идет перенаправление. И попала в кабинет. Значит, у меня сразу в работу пошли бонусные 10 монет. Вот они, депозит. Это бонусные. Значит, это, я так понимаю, депозитный адрес. Ну, на домашней страничке здесь больше ничего нет. Здесь можно собрать прибыль. Вот намайнилась, да. Кликаем «Собрать». И 0.013 добавлено к балансу. Хорошо. Обновляется. И вот баланс вывода, как я понимаю, у нас. Давайте пройдемся по вкладочкам. Значит, это у нас профиль. Домашняя страничка. Следующая вкладочка — инвестировать. Значит, как я сказала, минимальный депозит от 50 монет. Также можно инвестировать в долларах. Вот, минимальная сумма для инвестиций 53x и минимальная сумма 1 доллар. Это на выбор. Так, ну что, видите сумму депозита. 50 монет стоит по умолчанию. Я буду инвестировать. Вы же пробуйте работать на бонусные монеты. Минимальный вывод здесь от 20 монет. Набираете минималку, выводите. Не дает вывести, значит, никто ничего не теряет. Так. Вы вносите, не отправляйте USDT. Так. Перейти к оплате. Угу. Здесь вот это PayCassa. Значит, мне нужно скопировать, друзья, вот этот адрес. Окей. Так, наверное, я скопирую. Я копирую. Для удобства, как бы, для надежности. И на этот адрес я должна перевести 50 монет. Перехожу в TronLink. Буду я переводить Стронлинка. Мне не того. Значит, кликаю Send. Прописываю вот этот адрес. Все проверяем. Сумма. Отправить, отправить. И обязательно проверяю. Видим, у меня сразу загорелось зелененьким. Видим, да? Значит,
Что у нас здесь? Русский язык. Ваша оплата прошла успешно. Так, возвращаемся назад. И, как видим, у меня депозит стал 60 монет. 10 монет бонусных и 50 я закинула. Итого 60 монет. Естественно, майнер мой увеличился. И пойдем дальше. Инвестировать я вам показала. Оплата. Здесь нужно, друзья, для вывода денежных средств установить пин-код для выплат. 4 числа от 1 до 9. Это я сделаю позже. Вводим сюда 4 числа. Не забываем, потому как потом, не дай боже, нам никто ничего не поможет. И кликаем «Сохранить». Минимальная сумма выплаты 23x. Также здесь бонус. Можно получать бонус. Я еще ничего не получала. Кликаю «Получить бонус». Вы получили бонус 0.073x. Хорошо. Обновляется. И вот мой бонус. Замечательно. Следующий бонус будет доступен, идет, видим, да, таймер через 24 часа. В вкладочке «Рефералы» находится наша реферальная ссылочка. Ну и также баннеры. История. Идет вот такая проверка постоянно везде сейчас на сайтах. Сейчас загрузится. Перезагрузить. Что-то не грузит. И в истории мы видим, что я закинула сюда 50 монет 30.10. Ну, а здесь история вывода будет, когда будет что выводить. Наберу минималку, естественно, я проверю на вывод. Кому интересно, заходим, неинтересно, проходим мимо. Как я уже сказала, пробуйте на бонусные работать, даст вывести хорошо, но не даст — никто ничего не потеряет. Всех благодарю за просмотр. Всем удачи. Всем пока.